Женя, у меня есть радикальная идея. Давай с тобой поспорим и забьемся, где самый лучший интернет для деловых шашлыков. Я лично делаю ставку, что на Тверицком пляжу. А ты? Центральный пляж. Ха, ну и спорим. Что делать-то? Скорость мерить. А, это я могу. Отличный результат, погнали дальше. Красотища-то тут какая! А есть ли здесь интернет? Ну что, готов проигрывать? Погнали! Мою скорость мы уже знаем. Аня, ты где? Занята? Бросай все, приезжай, шашлыки. Да, привет, Жень. Да я тут в думе. Шашлыки, говоришь? Конечно, иду. Да, бегу. Женя! Женя! Привет! Ну что, готов шашлык? Готово, добро пожаловать! Начинаем! Пошли! Че грустишь? Да чё ты приуныл? Настроение синее. Пошли на шашлыки. Пошли. Что нужно, чтобы сделать хорошие шашлыки? Ау, Жень, все достаточно просто. Нужен мангал, угли, мясо, ну и, конечно же, трех поваров с собой. О, ребрышко последнее. О, ребрышко. Эй, эй, оно мое! Друзья, ярославцы, вот и мы посмотрели лучшие места для шашлыков. И самое главное, там есть интернет для развлечений и работы. Поэтому берите своих знакомых, родных, друзей и круто проводите время вместе с нами, вместе с ним. Согласен. В Ярославле пока лучшая скорость для шашлыков у Мегафона.